Мистер Йегер, а я на кого работаю? Вы оберегаете свою семью, это достойно уважения, а я пытаюсь защитить страну. Мы все видели, что такое война пришельцев, и мы этого больше не потерпим. Итак, после нашего разговора вы вернетесь на свою ферму. Ваша дочь закончит учебу, и ваша жизнь продолжится. Вы понятия не имеете, во что влезаете. Серьезно? Вы мне сейчас угрожаете? Пошлете своих головорезов убить мою дочь? Или, может быть, сделаете это сами? А вы как хотите.